супруги привели на прием в клинику собаку, так как она не могла никак разродиться, однако ветеринар был в шоке, когда увидел размеры Ротвейлера. Пожилая пара из Китая обратилась в местную ветеринарную клинику со своей собакой породы Ротвейлер. Супруги рассказали, что около полугода назад их питомица загуляла, и они решили, что она скоро станет мамой. Однако шли месяцы и щенки никак не появлялись. Все это время они хорошо кормили свою собаку, хотя она и так была довольно упитанной. К ветеринару супруги, разумеется, обращаться не стали, решили, что это естественный процесс и собака справится сама, но Ротвейлер уже перестала влезать в дверной проем, и они забили тревогу. Все время собака сидела в коридоре, и когда ее завели в кабинет, ветеринар потерял дар речи. Он еще никогда не видел такого в своей практике. Специалист испытал настоящий шок, увидев размеры Ротвейлера. Бедное животное едва могла передвигаться из-за огромного количества лишних килограммов, и это было совсем не беременность. Это было обычное ожирение, пусть и сильно запущенное. Страдали уже все органы, особенно сердце. Шокированный врач осмотрел несчастную собаку и взял все необходимые анализы. Он сразу понял, что им предстоит долгий путь по избавлению от лишнего веса и возвращению собаки нормального облика. Ветеринар отругал хозяев, которые кормили Ротвейлера всем подряд, и расписал строгую диету. Сначала нужно было скинуть лишние килограммы, Прежде чем вводить физические нагрузки, супруги поняли свою ошибку и приготовились к долгой работе по спасению своей любимицы. Трудно поверить, что своей любовью они довели Ратвейлера до такого состояния. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.